Ёбаное всё, блядь. Твою мать. Окей, если что, Марс сидит, он просто ждет, я поэтому... Послушай меня. Я тебе сказал сидеть. Сука, пидорас, сука. Блюдок, блядь. Поздравишь из патрона, я заточу вам газу. Но мы не лыком шиты, мы как питбули. Капанули на своем веку, ну а хули. Развалили этих по форме, и все в норме. Жизнь, она как скачки на ипподроме. Это южный гангстер щит, и все, что... Блять, долбоеба кусок. Придурок, блять, пиздец нахуй. Thank you.
допустим, да? Олег, пожалуйста. Это глаз не контролирует. Когда он стал появляться? Я про 90-е когда снял. Когда как? Я тебя спрашиваю, видно? Не видно, ну как, ты его видишь? Пиздец. Forces should be subject to where appropriate to the rule of law, and that's a very important concession from Sir Mike Jackson, because there's a big debate at the moment as to whether there should be exemptions for the armed forces as far as our rule of law is concerned. The problem is when you get somebody exploiting the vulnerability of soldiers, where you don't always get good evidence, and Mr. Shiner, I don't know if he did it for money. Сгорела фабрика.